Японские криптовалютные биржи смогут уберечь свои доходы, а также доходы своих клиентов от возможных атак и взломов, сообщает CryptoCoinsNews.com. Страховая фирма Mitsui Sumitomo Insurance с главным офисом в Токио в скором времени начнет предоставлять услуги по защите имущественных интересов. Страхование будет покрывать потери в размере от 10 миллионов до 1 миллиарда иен. Будут компенсированы даже те убытки, которые возникли в результате некорректной работы сотрудников бирж.